Ну вот я бы хотела сказать, как музыкант, хотела бы сказать, что это довольно легко, изящно сделано. А как человек, просто вот по-человечески, ну, это музыка релакса. Музыка, которая настраивает на такой светлый позитив и дает возможность ассоциативно о чем-либо подумать. Либо это о природе, либо о каких-то событиях в жизни. И уже такая умиротворенность. Ну, я с удовольствием слушаю музыку.